На днях Анатолий Укипа подал заявление о выплате ему личного гонорара за оказанные услуги, сумма которого значительно превышала утвержденную и составила 1 миллион рублей, без учета транспортных расходов, а также расходов на питание и проживание ведущего. Тем не менее, оргкомитетом был произведен расчет стоимости вознаграждения участникам конкурса «Народный ведущий», размер которого составил 100 тысяч рублей, с учетом 6-8-часового ведения мероприятия и написания сценария. То есть максимальная стоимость полноценного часового ведения концерта составила 16 тысяч рублей. Это честно, на наш взгляд, и справедливо по отношению ко всем другим ведущим культурно-развлекательных мероприятий зимнего фестиваля. Участие Анатолия Укипы предполагалось на всех самых важных мероприятиях зимнего фестиваля «Берингия-2021», поэтому, исходя из общего времени его участия на площадках, расчетная величина его личного гонорара должна была не превышать 200 тысяч рублей. Оргкомитет при положительном решении Анатолия Укипы оказать услуги за гонорар в 200 тысяч рублей дополнительно готов взять на себя также и расходы на его доставку, проживание, а также питание. Эти условия соответствуют условиям и стоимости зимнего уличного ведения концерта в регионе. На сегодняшний день мы не получили положительного согласия Анатолия Укипы принять участие в мероприятиях в качестве народного ведущего на тех условиях гонорарных, которые были предложены ему изначально, поэтому мы вынуждены снять его со всех мероприятий, и сегодня уже сопутствующие поправки будут вноситься во все регламенты мероприятий.